Танк основной, танк джанки ты второй. Что у него 4-4, тебе проще прожиматься отдельно будет. Вот, заводите в центр, милики никто не бьет. Ждете, пока его заведут в центр. Иначе может огонь разлиться там, где неудобно будет лавировать вокруг него. Все, завели в центр, там прибежали, начали дамажить. Проблема, первый легкий. Снобольдов под жопу заводим, рядом не стоим, чтобы огонь вместе не лутать. Вот, убили первого босса, вышли черви. Давай, Джанки, ты огненно уводишь влево. Танкуэр, Дэд, ты держишь кислотную. Вот здесь стоишь. Когда все вливаются в кислотную, РДД набирают раньше, здесь распределяется по полностью. Дамажит. Будет кислота влетать, но миликов там ничего не сделаешь, кого есть там прожимки бабла, бабла отдавать, хотя бы подпилочкам там нужно. Вот, и маги там, что у нас по магам? А, ну, один маг там, что глыбу скинешь, скидывай любой стак. Все, бьем кислотную, закопались черви, выкапывается кислотная, мы бежим ее добивать. Как только мы добиваем кислотную, все набирают раньше. И милики, и РДД. РДДшки могут бить огненную, милики АФК стоят, никуда не бегут. Как только плюнет огненная, после этого те люди отбегают на комплевок, все остальные бегут бежать. Лучше мы подождем там 5, максимум 10 секунд, зато никто не умрет. Вот, все, пошли, огненную забили ногами. Выходит рев, его танкуэр дед ловит ДК. И танкуем там, смотря вот лужи, где будут лужи, я скажу. Перебегаем все на ту сторону, на которую скажу, либо Альянс, либо Орда. Ну и смотрим внимательно, на кого он бежит. Нужно отбегать, понты там, прожимать ауру, чтобы помогать отбежать. Ну все, ставлю рыбу кушать. Пьем БКшные фласки, мажем грудыки. И ДК, который с Inquired под первый плевок огненный, когда после первого выкапывания они будут, прожмешь 4-4, чтобы засейвить. Там уже будет мертвая кислотная, то есть у тебя в цели будет огненная, ты увидишь. Ну, у нас другой паладин прерывает, так что можешь. Можешь тоже тыкать. Типа, чем быстрее, тем лучше. Вот. Добавляемся. Да, у всех макрос. Что я забыл сказать? Вроде ничего не забыл. Вроде да. И, Степанида, у тебя еще стяжка есть. Тоже поглядывай на... Если второй плевок огненный будет, он может произойти. Нажми, пожалуйста, стяжку, чтобы хоть немножечко стянуть. А что танка нет? Почему нет? Ты тут, ДК, Санкварда? Интеллект, дайте, пожалуйста. А вроде 2 минуты прошло. Там, в принципе, недолго ему повторить. Главное подождать огненного плевка, чтобы никто не отвалился. Пьем все ласточки на урон. Могут хилы и танки выбиться прот. Ну, ДЦ лучше на урон пить тоже на СПД, чуть сильнее. Бля, у меня сейчас чатик засрется от Дона. Ёбаный стыд. Какие духи? Не понимаю. Ты про масло, Мишина? А, духи, да, тоже А, можно. прикольная тема, я даже не знал, что есть такие. Да, вместе можно. Есть время, можно слеты, там Что? бахают, как Что? масло. Можно купить, короче, в Агримаре возле аукциона Но стоит. они Там... стакаются, Да, вроде. Там просто халявно 50 СПД можно. да? Бля, а есть у кого фласка на СПД БКшная, что я не подготовился, ибо... Что, ни у кого нет? Как-то вы ж пьете. Да забей, блядь, ивент А, кончится, я БКшную, пойду. БКшную, кейк, нужно БКшную пить. А до какого, да, когда ивент закончится этот? Обычно 2 недели идет. Ребята, все в календаре Ждем есть. танка, танк что-то тупит.
На все. А, мне уже дали. Спасибо. Там две штуки на 2 часа хватит. Тебе девочка духи принесла, а ты отказался. Ну, вот такой плохой парень. Плохих мальчиков любят. Дайте себе духи, пожалуйста, ребята. Прыгаю. Посредине. Кто может? Тебе духи дать? Бля, ну танк, ну ёбаный. Или дайте я слетаю, пожалуйста, пока у нас... Или... Ну, слетай, если ты это быстро сделаешь. ДК танка ждем все равно. Да я тут, я пришел. Ты послушаешь, что тебе надо делать? Ты будешь танчить сразу первый этого магнитавра. Центр его заводишь. Потом выйдут черви, ты кислотную танчишь. Когда первый привок огненный будет после первой закупки, прожми 4-4, чтобы засейвить. В принципе, все. И ты же огнишь, ой, ловишь рево. Хорошо? Там на плевок огненный сам поглядывай, я могу не увидеть. Потому кислота уже будет к этому времени мертва. Должен будешь увидеть. Так, сова, ты что, улетел? Не, я уже тут. Все. Ну, все тогда. Я ему дал духи. Пьем фласки, мажем грудак, там духи мажем. Мать бах, пиздец. Че, ладно, танк хуёвушка не поел. Не умрет. Че, настой пейте, матьмэ, ужасный. МК лишь. Только один эликсир рога у тебя, руголок. Так не пойдет. Пей что-то охранное, значит. Либо вообще к тебе БКшный, наверное. Понимаешь, что ловкость пьешь, но этого недостаточно. Ладно, короче, рога потом думать будешь. Без лута, когда останешься, запускаю. Стой, не запускай. Че не так? Уже готовность. Рога портанулся камнем. Кстати, Роган, ну у меня есть фласки, скажи, дай фласку продай, я тебе продам. Вы же видите, у кого духи, одеколоны эти есть, дайте пацанам, пускай тоже больше ждадут еще ДПС. Ну, у меня на СПД есть, но... Те, кто не хотят быть кикнутыми, сами должны об этом подумать. Никого меньше, мало как ДПС настолько. Голды нету, да. Ну, это твои проблемы, как ты вот в рейды готовишься. Ну да, это ж не в обычку идет. Значит, ты чё? Придумываешь фласку или я другого рога поищу? Если что, здесь Шамиль ждет. Да, тут если что уже на подхвате люди. Ну, рога я тебя жду. Эти 45 СРПБ, это херня. Продай что-нибудь за УД, там камников дай, поменяй там на фаску. Блять, Роган, 24 человека тебя ждет. Ты должен быть готов вообще ко всем ситуациям. Скажу пить сапрот, а у тебя их нет, и голды нету. И что, и как ты будешь рейд проносить, а их нужно выпить. Что здесь? Блин, ну выпили. В смысле, кикай, выйди с инстал. Вон он, выход. Шамиль, пойдешь? Да, на ком пойти? ДК или вар? А кем ты сам хочешь? Варом, наверное, лучше будет. Я вообще плевать, оба нужны. Бля, пиздец, уже стимул пошло. Что, ты заходишь? Я плюсанул тебя. Тут топоры никому не нужны, кстати, одноручные. Хотя нет, хан есть. На НХ заберу его. Хан есть, он заберет. Лучше долго собираться и убить, чем в торопях ничего не убить. Сейчас, это масло как называется? Да я тебе дам, силы титана там. Если кто-то поставит мне банк эльдийский. Поставить? Да, поставь. Не, я уже купил. А, ну все, там наставим, еще босса закидаем, блядь, этим банком.
Просто предают него, блядь. Ну, а то есть. По баха плашечки поехали. Пробахать его. Смотри, чтобы у тебя все бафы были, и начнем. Как скажешь, ты готов. А, СС, да, кстати. Локал не кидал еще сейчас никого? Кинь, если не кидал, степаниди. Будяк, кинь. Культявки кинь. А, культе, да, ладно. Тогда будяк, будяк, тогда кинь хулигану. Нет. Будяк, тогда хулиган кидает. Все, я запускаю. Вставайте, вставайте. С центра повыходите, чтобы там огня не было. С центра выходите, конечно, не ждите в центре, вы должны в РДД зоне стоять. Босс, когда выйдет, вы для него РДДшники, он может кинуть вас огонь, если вы стоите в центре. Поэтому и танки, ну, все оба стоят сразу рядом с боссом, и тянут его в кончику. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь... Ты, босс, полутаешь огонь в центре, я минус кролла дам. Монки то же самое. Не бегайте там. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, Серус надо было пить. Залетайте, милики. За огня убегайте быстрее. Бомбу вмели. Заводите снова. Залили снова на метку поставил. Я лег. Зачем ты лег? Ты не бал там умер. Ладно, я с ним потом. Блять, ну чё, как вы дохнете? Бля, огонь в центре, заебись. Уводи босса, уводи босса. Сноубаль где-то подведите. Сноубаль где залили. Ничего, потом рейсим. А, Степанида, ты ресаешь, давай Йокай. Алиментари, ты каннибала ресаешь, когда на перефазе. Я ресаю Кейка. Сноубаль полетел. Заливайте Сноубаль, да? Еще раз, типа Нида, Йокаи, Элементари, Ганнибала, блядь, еще Матимео умер. Да я выбежал, вроде не знаю, что. Так как много хожу, реснишь Матимео, найдите сразу свои цели, к ним встаньте, Сноубальд вылетит, подведите, залейте Сноубальд. Давайте вас поумирало, на первой фазе, вы что, блядь, угораете? 5 хилов. Танк умер. В чем проблема ДК забрать? Я думаю, можно... Потому что на мне 9 стаков еще висит. Хулиган, рискишь? Джанки, хулиган, ты джанки рискишь. Да я не к тебе претензии там, кого короче не забрал. Ну, свои так цели я говорю, на мне 9 стаков было еще 2 минуты, это 2 секунды. А зачем ты 9 стаков набирал? Ну потому что он ни хера не забрал с меня вначале. Ну так, речи забери. Ресайте, джанки, кто ресает? Ганнибала, кто ресает? Элементари, Ганнибала, или кто, я не помню. 5, 4, ну не реснули, поехали, отдотайте его. 2, 1. Дайте масбафа, поехали в слот. Дайте Геру. Рэндж набрали, РДТ. Под блевотину джанки там прожимайся, шахил. Отлично, джанка улетела.
Сейчас еще раз плюнет на РТД. Будяк, нерожденный, двигайте потихоньку голову. Разморозь их, Жанки. Двое. Добиваем все кислотные, бежим. Вон она вылезла справа. Все добиваем, сразу же женщину бежаем. Если не успеем добить, это вообще будет пиздец. Значит, очень слабый рейд. Сплюнет. Все сплюнет. Все, разбегайтесь. Разбегайтесь. Раньше набирайте. Прожимай ДК. Уже нажал. Ага. Кейка БР хулиган можешь дать? Все, на плен плюнул. Да, плюнул. Походите. Савас, дай Ганнибала. А, тогда Савас, дай кейка. Берите раньше на всякий случай. Зачем вы БР скидываете? Сейчас будет блевать и лужи оставлять, поэтому от лица уходим. Отлично. Мало ДПСа. Сильно много тупили. Без одного ДДшника. Пиздец какой-то, ребят. Как первый раз. Эту тему зеленку или что-то еще сдавай, очень много дамаж. Добиваем. Второй танк лови, уводи под альянскую сторону, все на альянской будем стоять. Сейчас вылези, добиваем, смотрим, метка поехала налево. Все милики за ним двигаются. Стоят на альянской стороне, добиваем. А, ебать, там далеко, да. Ну, пизда, заходим в лужу. Как вы дохнете на первой фазе, вы мне объясните, блядь. Ладно, 1, 2, 3, 5 человек. 5 умерло, блядь. Ну, это 20% всего рейда. Там, когда лужа была под боссом, они ее не увидели и просто лутали стаки. Ну, я в чем виноват, блядь, что милики не видят, что они умирают. Блядь, теперь эта залупа зависла. Кстати, умерли там не милики. Не заходите. Ганнибал. Пока босс не сведелся, не заходите призраком выц, иначе у вас зависнет игра, будете 5 минут перезаходить. Пока еще рев живой, танк живой, они бьются. Скажите, как добьете, как бой закончится? Сейчас он бежит, пока еще не закончился. Хоть на огне никто не умер, нормально разошлись. Все, заходите. РТДшники в огне вообще невозможно умереть. На магии невозможно. Тебе кидается огонь, ты телепортируешься, не ловя ни одного ставка. Не, у меня просто 3 раза был огонь. Ну, я... Нажимаешь глыбу? Да, я 2 раза отходил, но на 3-й, видать, там уже какой-то стак был. Ну, конечно, ты отходишь, скорее всего, немножко не успеваешь. 1 стак ловишь, со 2-го раза 1 стак. И так у тебя 3 стака накопилось. Кинь глыбой. А, можно скинуть огонь, да? Да. Глыбу нажать. Я думал, что это только на этом, на... На лужу, глыба на... очень редко что не скидывает. Кушаем рыбу. Сейчас его зайдет. Танки там меняетесь? Как-то поменьше, чтобы стаков было. Не 9. На 5 там, или на 4. На 5 нормально будет. Ну, как-то скооперируйтесь. Не мне вас учить играть. А духи скидываются при смерти, да? Ну пиздец. Угу. Да нахуй нужны эти духи, бля, если так падать. Ну так, да. Срочно отойду, таблетками закинусь. Давай, наркоман. Ребята, где? Дай, пожалуйста, фулл бафы посоветуй. Там Дживс стоит, починитесь. Вот кто-то поставил, добрый человек. Мелизоной просто не повезло, скорее всего, РТДшник, когда бежал, тут мобль, да.
У него полетел огонь. И вот помимо оказался под. Мне кажется, где-то с пула, когда танки вели еще кинулось. Да не, не, там мы уже били, уже убили несколько сноубольдов, только потом разбилось. Дайте, пожалуйста, каску. МП-5. Интеллект. Интеллект у тебя есть. Посмотри. Да, МП-5 есть, каска у тебя есть. Кое-что, наверное, дали. У меня интеллекта тоже нету. Ну это математика. Ну все, теперь повесился. Я просто только что бахал 30 секунд назад. Ну, видимо, мертвые они были, когда ты нажимал. Так, нужно Млокла и начинаем. Что там вообще по ДПС? А, бля, я стер, сука. Скиньте, что там по ДПС. Есть у кого-нибудь. Да вот это прям раздражает, что так метки на танк, а, блядь, скинулись почему-то тоже. Сейчас, блядь, этот трай посмотрим. 2 КД назад мы за 2 попытки забрали с тобой. Валик просто. Ты думаешь, я помню? Мы на прошлом году зверей не убили. Люди говорят, мы не хотим, блядь, разбегаться на огненной змее, и все. Я тебе говорю, что была паза прошлой КД, что я с тобой ходил. Да, мы каждый КД ходим. Просто на прошлом КД удивительно, что не убили зверей. Это я охерел. Локал, что тут? Что у тебя АУЕ билд вот этот культяпка, да? Крепкий ветер взял. Ну, я... да. Но это для трэша, в кайф. Жёстко. Бля, ну приятно, топ-5 гильдии хотя бы. Хотя все, в принципе, как обычно. Обычно каких-нибудь термоядерных пугов берем, они там тоже где-то мелькают. Каждую неделю ДПС растет, я вот вижу, блядь, то было 12 потолок, и вот этот трай 14, вот типа. А, блядь, вайпы все равно идут. Ну так это всегда будет, хоть 20 давай, все равно будет вайпы. Тут дело же, мы ждем, видишь, локал матсит, ФК. Тут дело же даже не в ДПСе больше. Конечно, чем больше ДПС, тем больше ошибок прощает. Но если вы тупите, там хоть какой ДПС давай. Люблю я, конечно, боссов под берсу убивать. Но не насирую себе, блядь. Боссы, блядь, рисованные, ФП. Вчера были Грульмагеггер. Ебать, по полчаса просто бой, блядь. Ебать, ты подвел как красиво к тому, что ты Грульмагеггер играешь. Нахули. А сможешь с Неник подойти к Грулам как-то? Че подойти? С Неник сможешь подойти к Грулам? Так, проверяю, понятно. А! Ты нахуя его сломал, если хилить не будет? Матимео, танк, Матимео ждем. Все, запускаю. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда. А, вот в чате скину. Якало умер, ладно. Матимео тоже умер. Всех что-то мало дал, нерожденный мало. Я бы тут уже сказал, кто умрет, тот пидор. Все. Ну почему? Всякое бывает. Хил не прохилил. Человек пидор, да? Ну там уже разберемся. Один раз не пидорас. Ну, 4 хила должно прохиливаться все. Я не знаю. Ну, мы в 4 всегда проходили. Просто сейчас много с гильды людей пришло. Как бы ДПС достаточно. Решили никого не пикать. Идти в 5. На Вальках-то по-любому 5 надо. Да, мы в 4 всегда хилим. Всегда, блять, без исключения. Ведите, ведите босса, нет, ведете так. Ну, все ловят хорошо. Поехали, милики. О, мили-зоне. Ну, подведите чуть-чуть дальше центра. Прохиливайте миликов. Прожимки отдайте, какие-то милики на защиту, если есть. Гимн сдал. Винталку сдал, блин. ДК, нажми 4Т4. Сейчас полетел снова. Заносим снобль, да у кого? Заливаем.
Все равно откадешься до карты, что можно тянуть. Нормально. Блять, вот почему хуево пробегать рано. Заливаем снова, блядь. Новый полетел снова, смотрим. Залили в мелизоне. Следующий полетел снова, смотрим на кого. Мелизоне залили. Снобальд новый полетел. Ну, подведите Снобальда, да-да. Залили Снобальда. Добиваем, да-да, раньше наберете. Нам еще охуенно повезло, что полетело у нас в танка, блядь, кислот. Все, раньше набрали. Боб, Коба дашь? Все, отлично, скидывай. Абдот или огненно? 4, 3, 2, 1. Поехали, кислот. Да, прям рано Гера даете. Дайте хоть секунду дот раскидать. Ладно, не суть. Сейчас полетит кислотный клевок. Полетел кислотный. Блять, фрагменты или будя. Чуть-чуть двигаемся к танку. Кончик. Сейчас еще может плюнуть раз, смотрим. Добиваем кислотный танк. Разморозишь, там в центре стоят, чуть дальше центра. Вылезла. Добиваем. Она прям тут рядышком. Меня не разморозили. Элемент ребудика тоже не разморозили. Тут баб кончился или что? Угу. Добивайте, ничего уж поделать сами. Жанки поднимайте. Прохилите метки. Добили, раньше набрали, ждем. ДК готовься, поражать 4-4. А, все, течь не в коду. Ждем, ждем. Нажми ДК 4-4. Все. Там на кого? Все, разбежались. Юкай, можешь побежать? А, ну там же 4 секунды осталось. Юкай, отбеги. Прохильте пала, прохильте. Вообще бабл можешь нажать, это же есть. Наберите все равно рейндж, может второй раз плюнуть. Внимательно смотрим. Полетели плепки, отбежали, отбежали. Сайбот, поду трюк. Афразига. Блять. Давай, хулиган БР сайбота. И кто там у нас? Сова, дай Всева, БР. Ну, сайбота, хулиган. Все скинули, поддавайте, поднимайте, быстрее убиваем. Перед лицом не стоим, в лужах не умираем. Второй танк лови. Бля, много еще КП у него. Угу, сейчас будем двигать людей, чё? Слишком далеко не держи трейда, чтобы разморозить могли. Да, он сейчас еще не дыхнет после закопки, дышит второй раз. Ждем, куда перемещается. О, она перемещается к боссу, милики, бежим к ней. Добиваем. Раз сюда прыжка не добьем, это все, ГГшечка, можно забегать в лужу. Все, ГГ, лужу побежали. Почистим. Забегайте в лужу, это все, мы не успеем под ДПС. Блять, ну никто меньше 7500 и не дает.
170. Ну, допустим, два тела мертвых были, да? Они давали по 7. Хотя а теперь больше. Комплесуй одного ДД вместо хила, и будет как раз таки, ну, плюс-минус. Да, надо 200. Бля, это заебало. Залупа, нахуй. С лаганием. Ну, в самом низу кто там? Сев, паладин. Пока не заходите, блядь. Не заходите. Ну, давайте, я не буду сейчас никого кикать. Но в следующий раз справим, если не убиваем, я по самой низкий по ДПС кикну. Все, можно заходить. Я слышал, следующий трай, свайпаемся, самого низкого по ДПС кикнем. Нормально, у нас нормальный ДПС. Просто люди где-то, типа, бегают, в это время ДПС не меняется, но они не вносят урон. Не, на момент-то в чем? С хилом-то нормально все? С хилом все нормально. Более пельмени. У нас танк троих не разморозил. Вон была проблема, что я, например, не дамажил. Это много урона. Ну, что он далеко стоял от тех, на кого кинулась эта хуйня. Ну, понятно, понятно, я понимаю все. Ну, как-то позиционку надо... Рыбу поставил. Кушайте, но он же эридар, у него телепорт, ему добежать не так уж сложно. Там прям реально метров... В смысле, на тебя дебаф вообще не кинулся? Как не кинулся? Он видит, говорит, у тебя было все. Не нажимая, значит, зеленку на тот раз, дай только не зыбку на блевотину и все, потому что в зеленку не кидается дебаф. Да, если у вас мы добиваем уже гармока, не отдавайте свои кдшки, скиньте на змей, все оставьте. Мне плевать, сколько вы там на гармоке дадите. Этот Матимео, дай столик. Да вы же не развалились, что вам 300. Вообще как делается? Первый там танк ловит там сколько? 4 стака. Второй у него забирает. Потом как только слетело у первого, он уже забирает. И так по слету стаков забирает. Не ждут там. А давай-ка ты 10 там конешь, а? Проверим? Нет. Да там по 5 стаков надо танчить, потому что ГКД оно не сбросится, когда 4 будет у второго. Ну вот и танкуется по минимуму. Типа там. Не выбирая танки, сколько вы хотите стак. Бафы скидываете, что там еще нету. Кстати, все есть. Ну, конечно, дольше. Но я сам не поел, батька. Поем, запускаем. Как бы сев и Юкай вы сильно низко находитесь по ДПС. Кому-то СС ебануть, другие. Понимаешь, что вы умираете, что там бегает, что происходит, но это со всеми происходит. Запустил. Вы услышали, ждем, чтоб сейчас опять огонь не кинулся. Шедотало, подождем, пока он придется. Оставьте прожимки все на этих, на змеев, наоборот. Ну, сейчас на пулета можно дать. У тех, кто у кого откатывается, успевает. Да мы там его убьем. 3 минуты мы где-то его убьем. Нет. Но у меня 3 раза не крутые стрелы. 2 вернее откатываются. А не по минуте. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван... И танк лови змея второго, который выходит ближе к первому, чтобы они дотами могли накидать тот, который вышел. И он уйдет уже будет. Ну, мы накидываем. Почти вместе выходит. Проблема не надо. Ждите, медики, ждите. Вы побежали. Снобальд полетел. Снобальда в мелизону заведите. Залили Снобальда метку поставил. Ну,
Сноубольд, да, ты мне надо сейчас играть. Улетает Сноубольд, смотрим на кого. Подведи Сноубольда, сова. Сова. Заведи Сноубольда. Активнее мне сыграть. ДДшник, грубо говоря, АФК стоит это время. Гудяк умер. Где Гудяк умер? Даже его не вижу. Снова одолеть. Ну, в общем, кто, блядь, может, тыкайтесь на Гудяка, потому что я не вижу, где он умер. Сто, когда бьем. Нашел. Ну, значит, тыкай на него, тыкай. Снобальда залили. По-моему, на танке там сыграете все активно в Снобальда сейчас. Ники прожимки нет, давайте. Босса почти добили. Так, да, вон вижу тоже. Добиваем босс. Я пока не могу читать это заклинание. Готовься резать. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами. Понял, сам резу. У меня кнопка, у меня кнопка. Я уже резал. Бафайте. Поехали, абдот или огненный? Мили стоят. Мили, вы тоже должны абдот. Поехали кислотно. Геру. Ну, раньше наберите РДДшники. Сплюнет хилы, смотрите. Летел Миликов. Скиньте, кто может, там роги. Кто-нибудь может кинуть невросты маны из друидов? Сейчас гимн дам. Дал гимн. Смотри, там в мелизоне джанк, нужно будет туда убежать. Гимн скину. Там 4 человека, надо будет размазать. Сейчас уже спрячется. Беги, джанки, быстрее. Тут же сейчас вылезешь, ждем. Заливаем. Хорошо, разморозил все. Остало. Быстрее добиваем. Добиваем, набираем рейндж. Смотрим, что рядом с нами никто не уйти, ебаный рот. Все, рейндж набрали, оббегаем потихонечку к нему подходим. А, все, прилетело, разбежались на ком. Кейка БР есть. Давай, сова, дай. Слева еще место есть. У входа. Спасибо. Там на танке, смотрите, на танке. Сова, найди, кейка, дай БР. Центра рассоситесь. Блять, что опять плюнул? Да. Да, били. Ну вайп уже сразу. Да, падаем. Ну как КД, блять? Меня не показывают его КД. Заходим в ложу. У него есть КД. Главное, что мне не показывают. Ну вот у нас просто вы сами посмотрите на ДПС. Ладно, Будяк умер, он 9200 давал сев, но в чем проблема? Нерожденный. Такое ощущение, что вы АФК стоите. У нас один человек 3,5 ляма дамажит, вы дамажите 1,5. Ну ладно, лям 700. То есть в 2 раза меньше. И блядь, милики, это ебаная, милики, вы тоже не сразу становитесь в угол. Первая змея вышла, вы фулс в нее сыграли. Потом прожимки отдали и переключились во вторую игру, чтобы та змея получила тоже от вас урона. Вы стоите просто все. Одни РДД обдотали только и все. Почтим память павших героев минуты молчания. Так ты проки под шею под кольцо потеряешь, если будешь бить первую. У тебя не хватает как раз таки где-то примерно 2 лямов. То есть либо, блядь, давай в 4 хила, либо меняй пару человек, чтобы компенсировать эту хуйню. Только у нас 2... перестанут люди умирать, будет вообще шикарно. Да ну, блядь, ну, поменяй, за что умирают, ну, нахуя такое? Давай, блядь, сидеть 1,5 часа здесь просто как долбоебы вайпаться. Нужно 2 ляма просто.
Тут как бы да, тут и ВК, тут не ИК обычка, блядь. Тут 7К ДПС не катит. Тут нужна не меньше девятки, блядь. Лучше десятка. Ну конечно, но тем более с таким гиром, блядь. Не знаю, во что они там были одеты, но, блядь. Но там ММ был, но ясен хуй, он не дает ДПС без кусков, ну типа это понятно. Вар тоже без 4D4, да, походу. Смотрю, там нету проков этого. Хуйни это, с Т4. А мне не важно, там есть люди проки Т4 и так далее. Некоторые люди и так дают ДПС. Это понятно, но он десятку не выжмет. 7000 выжимает и все. О, круговая атака у этого. А у этого ее нету. Пока люди ищутся, могут ходить купить себе еще блокофласк? Да, конечно. Где эти духи продают, еще раз скажите? В гримарии, в это... Около... Ну, что стоят? Что стоят? Там 90 вроде бы... А, стоп, они стоят по одной штуке этой, любовной штуке. По знакам любви по одной. Угу. Мах, дай портал в Огре. Или можно в грузовой кредит купить, там тоже около опционов продается. Прям вообще рядом. Я их тоже выкидываю, что-то. Ну, я как бы выполнял, там байт мне находится в инвентаре, сколько там. 23 штуки сейчас. Могу купить. Если нужно. Они потом пропадут, да, когда закончится? Да, когда любом закончится, конечно, пропадут. Какой мы там раз ходили, что мы, блядь, кислотно убивали еще до закупки? Это он вообще идеально. Да, РДД много было очень. Два. В Аргримарии осторожно, тут пиздец. А где еще продаются, если в Аргримаре пиздец? Крымовые утесы. В каждой столице. В утесе. Заходите в утесы за мной, если хотите, я покажу сейчас где. Я уже чуть ниже аукциона стоит. Выйдите кто-нибудь на камень, суманешь, человек сразу, когда не вешает друг, он головой будет. Смотри. Плю 15 штук. Так у нас Локвинсти он стоит. Так я тебе говорю, когда, чтобы человеку не вешать, вдруг он уже слабый, пошел. Я его не буду брать. Вар ебашит хорошо, ну, то есть он будет в топе. Я с ним ходил. Я понимаю. Ну, это еще смотря как, какие руки. Я с ним в десятку ходил, он давал 10к. На выходе постоянно было. Ебать, что ты топчешься, блядь? Или это лагает так? Что-то нормально. Ну тут по-любому должен дать. В следующий раз не убиваем, я еще двоих кеков последний. По урону, а не по ДПС уже буду смотреть. В общем, нанесенным. Ну, естественно, те, кто умер. Влашечки. Приятно, что роги дамажат, прям 11 тысяч, почти 12. Да, они должны дамажить, я вообще, блин, всегда вижу дамаж, пропуска не дамажит, что-то не так с ним. Блять, вот пал расстраивает, 8 тысяч. Маг расстраивает, не знаю, что он там. Кона что-то тоже мало. У меня одна триня не в тему вообще, мне хотя бы там или зробниц маны одеть, или кондёр. Да, это фаермаг, да. Да, я фаерю, у меня просто нету Т4. Чё, даже аркан? Ты не сделаешь. Аркан не даст больше, чем 8? Ну, у меня нету Т4 вообще. Ну да, в принципе. Ну, маг. Одна есть, но смысл ее одевать. Ну, аркан, конечно, даст больше. По кому ловать? Я в магах не шарю просто. Макой, знаю, там уже 240 начинает что-то показывать этого. Ну, по моим ощущениям, слабее, чем аркан. Роги, может быть, они это меняются триксами между собой или как там? Не знаю. По сути, да. А вы меняетесь. Апните ДПС себе. Там заебись. Сделайте макрос
Ну а что танки удержать? Там макро сделаешь, себя отменяешь, маленькие хитрости. Ханс и Лаура и все. Не надо агро никакое смотреть, просто макро сделай. Один рога может напулить на другого, а тот другой на танка напулить. Вообще будет. Не обязательно ни на кого напуливать. Агро не надо передавать. Если с себя снимаешь баф маленькие хитрости, то на того, кого ты дал маленькие хитрости, на нем баф на увеличение урона остается, а агро ему не передается. Вот и все. Не, ну вначале напулить не нужно. Так нет кто-нибудь на сум. На улице. Сейчас. С ДК танками не обязательно напуливать. Ну, если ДК не АФКшит, блядь. А если ДК автоатакой бьет, то можно и напулить. Кстати, когда вылезла змея, которая, ну, блядь, после первой закопки, которая стреляет издалека, помнишь, тебя стреляла, Войт? Угу. Я ее напулил на джанке, но она нихуя не согрелась на него. Ну, хила много дал, наверное. Наверное. Это ты добрал, да? Да. Так, сейчас. Смойте меня, пожалуйста. А был третий рок у нас, он ушел куда-то? Какой ты имеешь в виду? Рок-дог какой-то. Ну, у него не было это чего-то там. Ну, фаску не было. Точно вспомнил. Так, вопрос, Леша, что? Честно? Что за вопрос хожу? А, позвонили, все понял. Окей. Так, что мне писал кто-то. А локал где? Не знаю, где локал. Ничего не писал. А хожу ушел, да? Скажите, зайду. Да, да, хорошо. Сейчас доперу чела. Еще раз выйдите с ним. Да ебать, одни арабцы пишут. Хорики. Нормально, они по 12 будут давать, если да, дадут. Конечно, будут. Я что-то тоже тут, блядь, за остальными смотрю, нихуя ДПС не ли. Чела добираем, сейчас фласку только куплю, я же знаю. Ебать, ты флудишь, нахуй. Вообще похуй. Зато до меня хуй доебешься на форуме. Никто даже не пытается, я тебе так скажу. Я до тебя доебусь, нахуй. Да доебись еще, похуй. Ты из гильдии, чел, ты скажешь, блядь, тебя хоть кикнули посреди рейда биршмот, так вообще все равно. Че, это влияет, что? Типа с гильдии да. Отказывают? Да, 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 да. Ну тогда этот гангрена написал, ну сказали, вы были в составе гильдии во время того похода? Сказали, да, ну тогда до свидания. Пуха, блядь, хуёвая у него. У нас избыток. А почему да, бы... Понятно, что избыток. Почему бы ему пуху, блядь? Куда он убежал, блядь? Нахуя он пуху? Блядь, надо его в дис. КД я сейчас ловил, блядь. Не все равно, какие у него там пухи сам ДПС даст. Он пухи местами неправильно одел. Так там весь зачаренный, все есть. Шеи нету, сука. Шеи нету, бомж какой-то. Ну, кольцо есть. Правда, если строй без сакета, но... Кузник, я бы дал ДПС. И так въем. У него и Д4 нету, нахуй. Короче, это ну, будет 8 тысяч я бы дал. 7 даю, нахуй. Ты посмотри. Локал, заходи, локал, заходи. Короче, это тот же, которого мы кикнули, блядь, такой же. С другого аккаунта.
Ну не здравый, ну в смысле аналогичный. Ну короче, семеру я ему пророчил, блядь. Ну пуха у него неправильно, да, я ему допишу разок. Что за самоня? Расчет удара героя основной белки вары идет с правой руки. У него в правой руке стоит 232-я обоссанная пуха. Зачем ты мне объясняешь? Ну так, может, ты не знал. О, все поменял. Ну и даже при этом, я думаю, семеру только даст. Про няник лучше расскажи. Угарный фильм, блядь. Да, давай без этого лишнего флуда, и так башка болит. Сейчас еще про няник, блядь, начнет. Я, блядь, умру за компом сразу же. Так, Кейка, что ты там спишь? Тебя ждем. Пизду не буду, я узнаю дискорд. Так, ну пьем фласочки, кого там кто новый пришел. А, ну он залетел. Пьем фласочки, мажем глотки, кто новенький. И... Так, что, рыба стала? Кушайте рыбу. Рачака, солененькая, пейте фласки, поехали. Да мне самому дали. На СПД. А, ну тебе саппорт надо пить. У меня есть, я могу тебе дать. Давай насрать, мне не зайдут. Кик надо и все. Пукан там, 90 голды, да. По 216 сапрота. Большой. Да, меня 90 показывает. Плевать не сегодня. Так. Чтоб прикинул человек. Ну все, все, все выпили, давайте, запускаю. Каску там еще будем неплохо бафнуть. МП5 есть. Да, что за люди делают себе это? Запрет на перенос. Так, ну запускаю, короче. Да. Стал его уже ждать. Снова фласку 16 минут. Слышишь, Рок? Широко зашел. Не рога, блядь. Пар-вар, слышишь меня? Ред Халк. Понял. Ждите в РДД зоне милики. Подведут босса в центр, потом побежите в домашний. Соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Ну да, бухнул, забыл. Сука. Снобальд полетел, смотрим. Снобальд в мелизоне. На танке залейте Снобальда очень быстро. Второй полетел, быстрее дамажил. Подведите РДД Снобальда. Очень долго с танка сказал, что зафокусить, ебать. Все зевают, похуй, кто-то другой задамажит. Снобальд новый полетел. Залейте Снобальда в мелизоне. Надо подождать.
Ну, вот полетел. Мелизоне сыграть. Пружинки не тратить, сейчас запасы добиваем. На змея ставить. Набрали раньше, правда, ДДшники. Первый, который выходит, тоже бейте, милите. Абдотайте, дамажьте. Поехали. 2-1. Поехали в кислотную. Геро. Скоро плюнет, хилы смотрим. Не теряем людей. Плевок. Ой, это на тебя на одно. Ну-ка давай, как-то на разморозь меня сразу. Блять. Сейчас вот там намутить хуйни. Еще раз сейчас может плюнуть плотно. Полетело в миликов, тебе надо будет забежать, Джанки. Добегай в миликов. Телепортируйся, ну. Добегаем милики, на противоположной стоянке заходили, еще появятся. Быстрее, быстрее. Еще вылезет. Дораска не хочет вылазить. Все, добиваем. Добиваем, мы раньше набираем, ждем плевок. Мили уже набирали. Набрали раньше. ДК, сдай свою прожимку. Не подходите, мили, не подходите. Ждем, ждем, ждем. Рано, да. Рановато, ну да, да, рановато. Думаю, хватит. Да, хватит, да, отлично. Все, плюнуло, что ли? Не. Нет. Ну, Коба, скинешь еще свое? Это, Асрар. Лет. Полетело, разбежались, хулиган, Джанки, ебать, как вы все полутали? Сказал же, наберите рэндж, ебаный. Ну вы что, угораете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек полутало. Не два, нахуй, не три, шесть. Восемь. Вы что, блядь, стали там все, сука, в этом ебучем центре, нахуй? Да падать уже. Мы не убьем. Умираете, блядь, заходите в лужу. Вы не понимаете, что вы сами, сука, оттягиваете? От вас ничего не требуется, кроме как набрать ебаный рэндж. Встать в самом очке, блядь, где до вас босс даже не достанет. Ну ничего же сложного. Ну просто набрать рэндж, ну ребята, блядь. Ни один затупил еще, говорю, не два, вам посмотрите на вот эту вот кучку. У вас ебать сколько там лежит. Не заходите. Ну не смешно нихуя уже. Вы хотите проходить или что? То, что вы, блядь, нанесете там лишние 300 тысяч, это нихуя не поможет, если у нас умрет, блядь, 5 ДД. Заходите. Да хуя милишников, блядь, они путаются. Про что их дохуя? Да вообще вот, блядь, эту змею добиваете, и милики вообще не подходите к змее, пока никому, ни на кого не бросится новый плювок. Плювок бросился, все вышли, потом остальные без дебафа подошли, да и все. Тут хоть, блядь, 20 человек миликов будет, все равно это убивается. Ну дай им команду, когда они разойдутся, дай команду, когда они подойдут, только и все. Так я скажу, команды. Говорю всегда, когда можно подходить. Так, теперь слушайте, когда сидите. Вы свой ДПС нагоните, если не умрете. Пусть все зайдут, рыбу поставлю. Мне сейчас даже на ДПС не охота дать, потому что просто вы тупите, я померить его не могу. Идите скорее, пока рыба стоит. Джипс вам поставили, починитесь. Нас уже так кислотно охуенно плюет, чтобы мы максимум ДПС внесли. И то мы, блядь, не хотим убивать.
Одного человека улетела кислота. Один раз плюнул. Блять, бей, не хочу. Великов реально перекап, блять. Да, насрать, что их перекап. Если бы у них сейчас кислотная прилетела... А, на второй раз прилетел, наебал, что я скажу. Ну, тоже там, кстати, хорошо так плюнуло, что не всех меликов качать. По стандарту их должно быть 9-8 меликов. Да я что, выбираю, что ли? Я кидаю там, кто пишет, я выбираю. Ну, тут, да, ну... Вары, блядь, давай, наверное. Солененькая по причинам хп, потому что внутри вообще не кричат. Понял. Сейчас доберу быстренько. Ты проиграл, он дал 8800. Ага. Да, да, 8, даже 8850. Ну, у нас на самом деле мутик, который дает 800, я тоже хуево. Он, кстати, в прошлый раз дохуя дал. Вон, все три он. В прошлый раз 12 дал. Жень. Mm. Если хочешь, ну, можешь, давай, может, вместо меня и Алины там как раз уже меньше хила было, и два ДПСера возьмешь. Да ты далеко не последний по ДПС. И мы вайпаем сейчас не потому, что мало ДПС, что люди не могут банально разойтись. А можно у нас спекнуть кого-то просто так, в ДД? Из хилов. Да нет у них нормального ДДшника. А у всех ДБМ стоит? Может, надо с простого начать? Может, кто-то не понимает, как рендж прописать? Блин, знаешь, я себе не прописал. Ни разу ни с кем рядом не полутал. Ты что, визуально не видишь, что... Ты посмотри, как они умерли. Там ДБМ или нет, ты, блядь, и так видишь, что с тобой рядом люди. Ну, я тогда вообще не могу. ДБМ сам дает тебе рейндж, то есть тебе даже не надо прописывать, там во время фазы с этими вот местами и дает тебе рейндж. Короче, ты добираешь РДДшников.